По меньшей мере 1000 туристов эвакуировали из Тадж-Махала в индийском городе Агра из-за угрозы взрыва. Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что срочная эвакуация была проведена после телефонного звонка от неизвестного мужчины о минировании достопримечательности. Позже телеканал НДТВ сообщил, что комплекс вновь открылся для туристов. Представитель полиции заявил, что подозрения на месте не предоставили никакой информации об обнаружении подозрительных предметов.